Муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди посетил спортивный комплекс «Спартак» в Махачкале. Он также осмотрел уникальный детский сад «Дзюдошка». Обо всем поподробнее расскажет Гамзат Нурмагомедов. Дорогих гостей ждут во дворе первого в Дагестане спортивно-образовательного садика «Дзюдошка». Делегация во главе муфтия шейха Ахмада Афанди после приветствия начинает осмотр учреждения. Шейх обходит все классы. Инструктор поясняет, какие занятия проводятся в каждой группе. К 6-7 годам дети умеют читать, писать, считать, владеют навыками самообслуживания. И все это делают они с удовольствием, и педагог не навязывает. Здесь и бассейн, и спортзал для юных дзюдоистов. Как отмечает мастер спорта международного класса Магомед Магомедов, чтобы дагестанцы становились чемпионами Олимпийских игр по дзюдо, необходимо заниматься этим видом спорта с раннего детства. Дзюдо – это философия. С детства должны мы их учить. Я очень много ездил по всему миру. Я вот такую систему видел в Японии. У них школа, садик, школа дзюдо. Вот их методика, мы преподаем здесь дзюдо. Основные элементы, основные моменты, которые ребенок должен получить с детства. После осмотра детского сада муфтий шейх Ахмад Афанди направляется к спорткомплексу «Спартак». Ему показывают совсем новый спортзал для дзюдо, в котором уже занимается около 800 человек, а также первое в республике здание, которое возводится специально для проведения соревнований среди юных дзюдоистов. И взрослые, и маленькие, только сборный состав. После шейх Ахмад Афанди осматривает все секции спорткомплекса. Здесь занимаются и самбисты, и борцы, а также люди с ограниченными возможностями. Его тепло встречают спортсмены. Везде вы вернулись успехом, иншаллах. После осмотра объектов муфтий дает высокую оценку спорткомплексу, искренне радуется за спортивную молодежь. Он отмечает также, что впервые видит в спортивно-образовательном учреждении такие условия, созданные для детей. В завершение шейх Ахмад Афанди совершает молитву дуа. Гамзат Нурмагомедов, Фатима Кадирова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.